рыболовные войска, и мы сейчас выходим на реку Большой Черемшан совместно с сотрудниками полиции рейд. Это первый наш зимний рейд в этом году. У меня просто личные сообщения разрываются, да, от того, что здесь все в сетях. Как мы понимаем, да, рыболовство не справляется или не хочет справляться, поэтому опять подключаем к этому делу полицию и начинаем работать по зиме. Сейчас посмотрим, что у нас тут, как дела обстоят. Пройдем сейчас пески, керамзитку, ну, по возможности, и посмотрим, что здесь у нас вообще и как. Поехали. Все, пошли тогда. Дальше. Как, кое-как преодолели путь от песков до керамзитки. Конечно, пешком так не находишься. Снегу навалило, да. Сейчас смотрим. Особо пока метка там вот не попадала с дорогой. Воды в этом году мало. Но вот это, в том году здесь снимали. Сейчас вот посмотрим. Вижу. Пока. Особо, говорю, не находишься пешком. Ну, прям вообще. Пока одну чечушку нашли. Сейчас там Витяй второй конец ищет. Народ рыбачит. Попахнул? Вот и веревка на сани. На вторые. Заебались, хватит уже глаза. Веревка? С того года. Я там ничего. Тяжеловато идет. А еще находились. С непривычки. Свеже выбраты, что ли? Или свеже ставлено? Да хуй пойми, блин. Так-то здесь. В том году, да, здесь какие щуки, судаки были? Судаки здесь были хорошие. Знают взрослые и дети. Ставят сети. Море, море. Что за ячейка? Крупная, да, какая-то? Семерик, восьмерик, шестерик, девятерик. Эх, надо было старые эти взять, волокуши, блядь. Наверное. Чтоб сейчас в руках не носить. Да. Рюкзаки, бля. Здрасте. А мы уже работаем тут. Первый этап. Да, ну да, все две штуки связки. Ну связка двух. Такие вот метки. Погнали дальше. Сразу это. А он разведчик какой-то ходит с телефоном. А вон второй конец, наверное. Давай. Пробуй ведь.
Ну, это майна. Видно, что майна. Это похоже на майну, да? Большая. Есть? Ниточка. Еще сеть одна. Значит, достали. Второй конец нашли. На том году на этих же местах тоже снимали. Да, те же самые места. Только в том году хоть рыбу какую-то видели. Да мне кажется, они только ставленные ведь. Вот прям, наверное, с ночи. Все, концевой. Уф, едем дальше. Че, да? Ну это концевой, по-моему, там дальше. Рассказывай, что вы сейчас натворили. Утопили проволоку? Да, тут конец вот у нас. Отослал я рыбнадзору координаты. Проволоку мы утопили. Сейчас посмотрим, или снимемся, или за проволокой погнем. Погнали, что? В общем, прошли от песков до высоковольтки. К большому сожалению, утопили проволоку. Поэтому, ну, первый блин, как говорится, комом. Всего у нас там получается 4 сети, 2 связки, ой, 2 этих по 2 связки. Значит, меток здесь полно, сети здесь стоят, и, как я понял, в огромном количестве. Значит, выйдем мы, значит, еще на воду в любом случае. Все эти метки сейчас я скинул с координатами начальнику рыбоохраны. Посмотрим, как они отработают. Сейчас тоже предложу им выйти совместно, потому что тут реально работы непочатый край. Отчеты кто-то как будто их и не замечает, и видеть никто их не хочет. Поэтому как-то вот так. Будем сейчас собирать, наверное, как-то что-то с помощью с вашей, соответственно, с помощью людей. Ну реально, пешком ходить. Мы, то есть, полиция нас поддерживает, руководство полиции также выделяет нам сотрудников. Мы, в принципе, работать готовы, но реально пешком ходить, это, ну, жопа в мыле, как говорится. Мокрый насквозь, так можно это, подхватить потом какую-нибудь коронопневмонию. Будем собирать на какую-то технику и спросим вас, наших подписчиков, тем, кому не безразлична судьба Черемшана, да, ну, взялись так закончить и почистить его до конца. Сетей в городе однозначно быть не должно, есть для этого специальные места, есть для этого, как их, есть для этого эти, колхозы промысловые, вот там пускай все и ставят сети, а город, ну реально, тут среди рыбаков прям вот так вот все понатыкано. К сожалению, говорю, проволока утонула. Ну, мы еще выйдем, мы еще вытащим все эти сеточки. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео. До новых встреч. Когда мы выйдем?